Дорогие друзья, преподаватели, студенты, сотрудники и аспиранты, наши выпускники, все, кто имеет отношение к нашему университету, всех вас хочу поздравить с днем рождения нашего любимого университета. Вы знаете, за все 212 лет университет всегда служил своему Отечеству. И в царское время, и в период советской власти, и период сегодняшней нашей истории. Мы всегда были центром образования и культуры. Здесь всегда кипела активная жизнь. И сегодня наш университет динамично развивается. Развивается сбалансированно. И мы улучшаем каждым годом свои показатели. И во всем этом огромная заслуга всего нашего коллектива. И лаборантов, и профессоров, и академиков. Я хочу всех вас поблагодарить за ваш непростой труд, за все, что вы делаете для сохранения нашей альма-матер, за воспитание нашего подрастающего поколения. С праздником, дорогие друзья, с праздником наш любимый университет.